keeps moving his upper body. Я ни в коем случае не раскрываюсь. И дальше я делаю подшаг, и мой корпус вместе уже с ударом ногой идет в эту сторону. Ребят, ну так, трусит нормально через перчатку. Боец, тебе знакомо чувство усталости? Ты хочешь быть лучше? Электролиты концепции тайского бокса выведут твою выносливость на новый уровень, а также тайские спортивные бальзамы помогут быть максимально продуктивным как на тренировке, так и в бою. Лучшие продукты для спортсменов из Таиланда, о которых вы не знали, в магазине abcshop.su. Всем привет, друзья! С вами Городенчук Александр и Рафаэль Физиев. Всем привет! Рафаэль – профессиональный боец и действующий тренер в Tiger Muay Thai. Сегодня Рафаэль нам покажет одну из своих фишек, которыми он отправляет людей в ринге в нокаут. Рафаэль, что это за фишка? Покажи нам, пожалуйста. Это обычная классика. Это через левый прямой, через раздергивание. Правый прямой, не доставая, проваливаясь, с подшагом ногой в голову. На что стоит обратить внимание? Обращаем внимание на... Естественно, нужно быть собранным и отрабатывать это уже после нескольких сближений, после нескольких атак. И когда вы уже прочувствовали, как ваш соперник двигается назад, как он пытается вас встретить. Здесь первое, когда я иду на соперника, когда я проваливаюсь, я не иду на него прямо. Не иду прямо, я немного смещаю с линии атаки во время своего этого правого прямого, который я намеренно провалюсь. И дальше я делаю подшаг, и мой корпус вместе уже с ударом ногой идет в эту сторону. Сюда. Вот попробуем. Я раздергиваю через левую ручку, как будто бы я хочу вставить справа. Раздергиваю и отсюда закидываю через подшаг. И то же самое, естественно, когда я закидываю свою правую руку, я ни в коем случае не раскрываюсь здесь, потому что всегда нужно помнить, что соперник один раз попытался встретить вас рукой, второй раз может он ногой встретить. То же самое, всегда я перекрываюсь, моя рука здесь. То же самое, подбородок на месте и здесь. То есть всегда собрано? Всегда собраны, да. Считаю, что защиты лишней не бывает, да? Да. Здесь есть два момента. Главное, это как бы, чтобы не засать, реально провалиться и дать ему как бы поверить в то, что он сейчас вам попадет. Второе, нужно понять, реально понять его действия после ваших обманных движений, после вашей провалки. Если вы будете делать, и он в этот момент начнет встречать вас в разрез, вашу эту правую, естественно, вы пропустите удар. Но нужно прочувствовать и реально нужно понять, что соперник ваш пытается на контратаке вас поймать. Не в разрез, а на контратаке. И тогда уже работает. Ребят, ну так, трусит нормально через перчатку, поэтому обязательно попробуйте. Рафаэль, спасибо большое за фишку. Будем пробовать, тренировать. Но если хотите потренироваться с Рафаэлем, будете на Пхукете, заходите в Tiger Muay Thai. Ну а также, друзья, если вам интересно, спортивные туры в Таиланд, экипировка из Таиланда, бальзамы тайские, электролиты. Ссылка в описании под этим видео. Лайкайте, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч!